Привет всем, кто хочет жить в стране для жизни. Сегодня у нас в гостях интересный человек. Это в первую очередь видеоблогер, которого вы можете знать по названию его блога «Серый кот». И кандидат в депутаты по Оршанскому городскому округу номер 25 Козлов Дмитрий. Дима, привет. Приветствую, Сергей. Давай начнем с того, почему ты и когда начал вести свой видеоблог. Ну, на самом деле, раньше я политикой вообще не занимался. То есть жил, как говорится, как все. Работал, учился, все было нормально. Но потом, когда вот начался кризис этот экономический в 2015 году, получилось так, что у меня как бы не было работы. Да, я пытался найти, и у меня не получалось. В регионах было все очень сложно. И тут ввели этот налог на тунеядство. То есть, когда его вводили вначале, мы просто, ну, все смеялись. То есть, как это, безработные будут платить деньги, а где они их будут брать? Наверное, зарабатывать где-то, да, или как? То есть, ну, вот это был бред. Но когда все это пошло реально в жизнь, это уже не бред. Я стал следить за чатами, стал следить за различными каналами, что, ну, что будет делать народ, что будет делать оппозиция, кто вообще, ну, отменит ли его или нет. Потому что, ну, было стрёмно на самом деле. То есть тогда я еще как бы не закалился вот во всех этих передрягах, боях, и было реально стрёмно, что вот там заставят платить, там посадят, еще что-то сделают. Я ждал, что будет. Ты же говоришь, работал раньше. Да, я работал на льняном комбинате, потом закончился контракт, то есть там как бы, ну, реально есть... перестали повышать зарплату, мы пытались как-то бороться там с этим, но... Профсоюзы государственные, это, ну, сами понимаете, что они собой представляют. И в 2017 году ты... В 2017 году состоялась, да, кульминация всего этого. Произошел марш тунеядцев в нашем городе, конкретно в Орше. Я принял в нем участие. Много людей было? 1000 человек. То есть это 1% города. Это был крупнейший марш тунеядцев. По процентному соотношению именно. Крупнейший в Беларуси. По процентному соотношению. То есть в Минске вышло там 5 тысяч, говорят, но Минск-то 2-миллионный, а Орша 100-тысячная. Так что это крупнейший, получается, марш. Вот. Тогда я был, как бы сказать, просто статистом. То есть я просто стоял в толпе, хоть там в первых рядах. Я как бы снимал, принес там мыльницу обычную, дешевую, там забыл ставить флеш-карту, снял там 30 секунд видео какого-то и потом выложил себя там на канал. То есть, ну, ни о чем. Но главное было именно атмосфера. То есть я не был... задержали тебя? Нет, не задержали. Задержали, на самом деле, в основном, вот всем, кто смотрит это, да, не надо бояться. Задерживают обычно только организаторов, то есть активистов, которые затевают все это. Простых людей обычно никогда не трогают, за редким исключением. И, значит, ты снял, выложил видео, и вот с этого начался твой видеоблог? С этого начался блог, по сути дела, да, это начало 2017 года. Потом там произошел небольшой перерыв, определенные семейные обстоятельства, скажем так. Я потерял отца, он умер на работе, да, вот. Поэтому там были разные дела, улаживать надо было. Плюс еще как бы с оборудованием. То есть тогда вот у меня после... Знаете как, Сергей, после разгона 25 марта, Дня воли 2017 года, жесткого, я тогда не мог по этим обстоятельствам там присутствовать, я смотрел трансляцию. И после этого, то есть я ожидал, вот, что этот подъем, вот этот весенний подъем, что народ все поднимается, раскачивается, что будет вот как в Армении, да, что мы скинем наконец этого усатого тирана. Но разогнали, он отменил, ну, остановил этот декрет, и все протухло. И тогда я понял, что просто вот надо что-то делать самому. То есть я ждал, что другие каналы будут делать, но там активистов посадили, кого на сутки, там, кого куда, кого в психушку даже там пару человек закрыли. Почему в Орше, вот в Витебской области, нету видеоблогеров практически? А вот это на самом деле очень интересный вопрос. Меня многие о нем спрашивают, то есть задают вот люди, типа, есть кто еще там? Ну, я как бы думаю, что, ну, нету. И почему, не могу сказать. То есть, например, вот на самом деле ничего нет сложного. Просто берешь телефон, ходишь на мероприятие, снимаешь. Все, тебя ничего. Арестовывали хоть раз там? Меня арестовывали, но это за было... За съемки? Да, меня арестовывали за участие в акции в 2018 году на День воли. Это была акция Статкевича на площади Якуба Колоса. Ну, это не за видеоблогерство, это тебя, за то, что ты участвовал. Тогда я еще только начал, у меня было там около 270 подписчиков, то есть меня еще никто не знал, вот тогда меня задержали. Но протокола не было, меня отпустили потом, то есть просто там часов 5 продержали, что убрать с акции. Тогда там, ну, говорят, что была тоже какая-то либерализация. Слушай, ну сейчас у тебя есть и подписчики, да, пусть не огромное количество, но они растут. Да. И вот сейчас, я знаю, в этой кампании избирательно ты приезжаешь ко многим кандидатам в депутаты на пикеты. Вот и однажды, когда я был на пикете у Николая Масловского, именно ты приехал, я с тобой именно там познакомился. И прямо какой-то парень приезжает и прямо начинает стримить с нашего пикета. Я был удивлен, и вот тогда я узнал вообще, что есть Серый Кот. Кстати, кто не в курсе, подписывайтесь на его канал, ссылочку дадим в описании. Значит, вот такая маленькая реклама. Значит, почему ты снимал эти пикеты и снимаешь, я знаю. Ну смотри, все надо начинать немножко сначала. Вернемся
к лету, где-то к июлю этого года. Тогда начиналась, стартовала кампания предвыборная, по сути. Ну, то есть уже начали об этом говорить. Тогда Ермошина назначила, когда будет именно парламентская кампания. Тогда еще думали, что будет раньше президентская, парламентская. И все, как бы, ну, люди, которые связаны с политикой, решали, в каком статусе они будут в этой кампании проходить. Я думал быть наблюдателем, то есть записаться наблюдателем, понаблюдать, провести блог. То есть я думал вот снять контент на эту тему, постараться. Но, скажем так, я встретился, вот когда проводил разные мероприятия с человеком из Европейской Беларуси, с координатором Европейской Беларуси, и он мне посоветовал, что лучше идти кандидатом. То есть он говорит, ну смысл какой? То есть ты вот будешь сидеть, тебе не дадут бюллетени потрогать, посадят там где-то в 10 метрах. Тебе не дадут вести стрим, тебе не дадут снимать. То есть смысл, вот ты блогер, да, ты делаешь контент, и ты не сделаешь. Ну пикеты-то почему ты снимаешь? Так смотри, подожди. И поэтому лучше быть кандидатом. То есть если ты кандидат, ты будешь агитировать, ты будешь доносить идеи до людей. То есть моя цель какая? Пробудить народ, чтобы люди проснулись и начали вот действовать что-то. И поэтому вот этот вариант мне показался более лучшим. То есть это активная позиция. Вариант стать кандидатом, да, и одновременно снимать пикеты? Конечно, стать кандидатом. А не кандидатом ты не мог бы пикеты снимать? Мог бы, но дело в том, что я блогер, поэтому я как бы участвовал, и как, чтобы пройти это все, понимаешь, я политический блогер, мне необходим опыт пройти кампанию от начала до конца, как это выглядит с точки зрения кандидата, чтобы понимать лучше политиков, то есть это личный опыт, плюс еще определенная статистика, то есть сбор статистики, как люди относятся, сколько пророссийских, сколько прозападных, вот как ты по квартирам ходишь, что говорят люди, что там вот, например, я когда ходил, видел часто пенсионеров, там идет это 60 минут, там соловьиные пометы и прочее. Вот почему серый кот? Тоже очень интересный вопрос. Все задают, и каждый как бы мыслит в меру своей развращенности. То есть одни пытаются связать это с партизанским отрядом «Витушка», такой вот был там, когда войну. Там был серый кот, черный кот, вот эти отряды партизанские. Нет, это никакого отношения не имеет. Просто на самом деле, когда я начинал канал, вот тогда, я думал, что политики там будет мизер. То есть вот это день воли, там я деды, тоже так думал. Деды, да, и вот это, ну, 3-4, может быть, политических стрима в год. Остальное время надо же будет что-то снимать другое, там, распаковки Алиэкспресса, там, еще что-нибудь. Надо нейтральное название какое-то, чтобы оно не ассоциировалось, потому что если сделать там какое-нибудь политинфо, то это четко спалить. Серый, то есть такой незаметный, обычный, да, серый значении. Кот, то есть это, понимаешь, такое, как бы, ну, дружелюбное название, что-то там, да, серый кот, и, как бы, ну, это может быть обо всем. Я путешествую. Какой ты дружелюбный получился к действующей власти. Да, очень. Как? Да. Это дружелюбное название как пользователя, то есть оно положительно воспринимается, и серый кот это может быть обо всем, и о путешествиях там, и о товарах каких-то распаковки, и о чем-то еще там, о технике. А значит, кандидатом в депутаты ты стал потому, что хочешь показать изнутри всю вот эту несостоятельность этих выборов? Нет, и... Есть несколько причин, Сергей. То есть одна причина это именно для меня, то есть я хочу как политический блогер пройти, да, изнутри все это хотя бы раз и посмотреть от начала. Президентскую кампанию будешь проходить? Ну, в этом как его, волонтером там какого-нибудь кандидата. Нет, почему не кандидатом? Потому что я не могу по законодательству, 35 лет. А, тебе нет. Конечно, еще. Тем более дело в том, что пособирав подписи, то есть, ну, я понимаю, что, ну, 100 тысяч подписей, это, знаешь, что никто практически не собирал. Это ты выдвигался путем сбора подписей изначально, да? Изначально, да, нет, не собрал. Изначально выдвигался путем сбора подписей, я был беспартийный, у меня прям было написано, что беспартийный. Однако, как бы, наша цель, мы приняли такую вот программу, чтобы вот пройти, воспользоваться. То есть для чего мы шли на выборы? Мы знаем, что у нас выборов нет, так? У нас назначают кандидатов, у нас нет прозрачного голосования. Однако вот многие задают вопрос, что ты тогда идешь, если выборов нет? Вот для того, чтобы донести до людей эти идеи. То есть смотри, были студенческие протесты, так? Студенту надо платить было там, да, за одиночный пикет там 100 рублей, чтобы на Бангалоре постоять полчаса. А тут предоставляет сам Лукашенко, говорит, берите, не хочу, 2 месяца бесплатно агитируйте. Стойте в центре города, говорите там с людьми, раздавайте там какие-то агитки, ставьте свои пикеты. Почему этим не воспользоваться? Ну, надо быть дураком, чтобы платить 100 рублей, а бесплатно этим. Почему подписи не собрал? Ворши люди боятся? Дело в том, что так получилось, что я фактически один. То есть я один ходил по квартирам, я почти все время стоял один на пикетах. Иногда чуть-чуть помогали люди из местного там профсоюза РЭП, но очень мало. То есть нет актива, в регионах очень плохо с активом живым. В Минске все как-то более бодро. Здесь так получилось, что фактически я действовал один. И пришло к тому, что я не собираю как бы подписи. И поэтому для подстраховки решили войти в партийные списки. То есть поговорить с партиями, кто готов включить. Ну, естественно, партиям нужны больше кандидатов, чтобы как бы, ну, свой там рейтинг поднять, что мы там типа крутые, у нас по всей стране есть. Все равно никто не закрывается. Сейчас-то от БНФ.
Да, изначально планировалось, возможно, ОГП, но у них есть свой кандидат по этому округу, поэтому БНФ договорились с БНФ. Я стал теперь труфашистом, БНФовцем настоящим. У меня есть даже удостоверение труфашиста. Да. Вот ты участвуешь в кампании. Так. Какие нарушения ты уже увидел? Да? То есть, почему ты можешь на своем примере говорить, что выборов нет? Что ты уже зафиксировал? Ну, на самом деле, вот если так говорить, я думал, что с самого начала будет какое-то давление, там будет как-то предвзято относиться. Но вначале, видимо, Лука дал указание как-то либерализации, вот такой... Демократию типа, покажите. Да, показать будто, демократию. Да? Первый этап со сбором подписей регистрировали практически всех, то есть не придирались. Я был на заседаниях этой избирательной комиссии, когда регистрировали инициативную группу. Все было четко, все... То есть председатель выносит, говорит, кто за то, чтобы выдвинуть инициативную группу, все голосуем за, все как бы согласны. Ну, нормально все, ничего не было. Но второй этап, когда именно кандидатами уже регистрировали, все пошло ровно наоборот. То есть там уже начали жестко придираться. На соседнем 26-м округе 4 кандидата не зарегистрировали. В Минске тоже мы знаем всех сильных, всех сильных в Бресте, всех сильных, кто представляет какую-то угрозу, их сразу срезали. У нас тоже по 26-му это говорили, потому что там идет как бы слабый, вернее, провластный кандидат, и они боятся очень сильной конкуренции, даже от таких людей средних. Они все равно по-своему считают. По 25-му округу у нас, наоборот, идет сильный провластный кандидат. И поэтому тебя пока оставили. Поэтому у меня и вообще у нас всех зарегистрировали, кроме Школьникова от Народной Громады. Ну, ты знаешь, они спалили свои посвечения, они отказались добровольно. Его бы тоже, наверное, зарегистрировали. Ну, какие-то замечания уже, может, предупреждения, что-то было уже, провокации в отношении тебя, может. Были провокации, но я не могу точно сказать, что они были сделаны властью. Возможно, это просто городские сумасшедшие. Было сделано предупреждение. То есть вот когда началась кампания именно как кандидата, тут же все пошло наоборот. То есть если сначала было все четко, либерализация, не придирались ни к чему, здесь стали придираться ко всему. Вот надписи, например. Видите, вот надпись «Баста». Вот мне вынесли предупреждение недавно. Вы думаете, за что? За то, что я там агитировал против власти, то есть я говорил нелицеприятные слова, скажем так, против власти. Ну, кто смотрел стримы, те знают, как бы я не буду повторять, потому что это не формат нашего мероприятия. Но мне вынесли предупреждение за слово «баста фальшивым выбором». Так подожди, ты за честные выборы, получается, борешься, и тебе за это выносят, то есть перекручиваются с ног на ног. Я считаю вообще, что фальшивым выбором баста это должен быть девиз любой избирательной комиссии. Потому что они за честные выборы. А так получается как? Фальшивым выбором баста, настоящим, значит, вперед. Так я за наклейку «Страна для жизни» тоже выносят предупреждение. Якобы это агитация за какого-то конкретного кандидата. И еще другое, это только как бы, ну, не единственное. Мою, например, речь на телевидении не показали. И многих других кандидатов тоже. Почему? Но это сложно сказать. Объяснений пока не было никаких. А я просто не спрашивал объяснения. Просто я не первый, кто выступал. Уже до этого там несколько заблокировали. Я просто понял, почему. У нас примерно одинаковое было все. Мы идем, кандидаты от Европейской Беларуси, под общей программой. То есть некоторые вот бывает пишут там в комментариях под видео, типа, а вот у этого кандидата вроде он говорит почти то же, что другой. Ну блин, ребята, общая же программа. Какая в двух словах общая программа? Европейская Беларусь. Европейская, это гражданская компания Европейская Беларусь. Общая, главное, три тезиса. Это улучшение благосостояния населения, экология, потом, да, закрытие Островецкой АЭС в том числе, и возврат честных выборов, то есть вернуть честные выборы. Ну, плюс еще интеграция, да. Интеграция? С Россией. То есть нет, нет интеграции. Против интеграции. Нет интеграции. Беларусь должна больше в Европу смотреть. Да, Беларусь должна смотреть. Ну, это исходит из названия граждан. Хотя Орша на границе с Россией, там, наверное, у них, у жителей Орши больше каких-то отношений тесных с Российской Федерацией, родственники там, ну, нет? Знаешь, тоже хотят в Европу? Слушай, я столкнулся вообще с тем, когда собирал подписи, несколько людей, граждан России, они говорят, вот я бы поставил подпись, но извини, не гражданин, моя подпись не сыграет. И даже россияне там живут? Конечно, они же не против, то есть понимаешь как. Вот ко мне обратились люди, как там, руководитель цирковой организации. Вот такое видео там есть. То есть их выселяют сейчас. Одна вот женщина, там, я не знаю, она родитель детей, которые там занимаются, она тоже из России приехала, россиянка. Но она относится нормально и к оппозиции, и ко всем. То есть, понимаешь, есть нормальные люди, да, есть вот именно упоротые, да, с разных сторон. Ватники упоротые, да, упоротые есть просто националисты, которые как бы людей там не считают за людей просто потому, что ты родился вот в такой-то стране. То есть, понимаешь, я вот, например, всегда говорил, я против имперцев, да, против там коммунистов, против всяких фашистов.
фашистов, потому что, не потому что вот так, а именно потому что они делают определенные вещи. То есть я за свободу, за то, что людей нельзя критиковать за то, что они родились там с другим цветом кожи или там в другой стране. Людей за поступки надо оценивать. То есть вот ты делаешь хорошее или плохое, вот это надо оценивать. А ты сам себя считаешь националистом или нет? Я считаю себя умеренным националистом, причем гражданским националистом, не этническим. То есть я считаю, что если у человека есть белорусский паспорт, белорусское гражданство, он любит свою страну, он готов ее защищать, он готов делать все, чтобы эта страна стала страной для жизни, то это как бы вот белорус настоящий. Ты любишь свою страну? Конечно, безусловно. На что ты готов ради своей страны? Ну, это покажет время, понимаешь? Можно говорить много пафосных речей, я там умру за все, за страну, там вышиванку на себе порвать. Но когда придет время, то есть мы видим, что... Ну, мы с тобой за кадром разговаривали, ты сказал, что да. Мне терять нечего. Работы у меня нет. Значит, семьи нет. Да. Страну я свою люблю и готов дойти до туда, до куда надо. Да, больше ничего другого нет. Меня эти слова поразили. Если я не буду этим заниматься, то нахрена я вообще нужен тогда? Но есть люди, которые с семьей и с работой точно так мыслят и не боятся, это здорово. Да, я знаю. И таким людям просто вот уважение, которое... Вот Павел Северинец, например, да, у него семья, у него маленький ребенок, но он лидер партии, причем он активно действует, он стоит там в Куропатах, он участвует во всем, то есть вот куда ни возьми, там по политзаключенным везде, то есть старается. Дадим ссылочку на интервью с Павлом, недавно у нас вышло. Позиция твоя понятна, но когда мы вот готовили материалы к умному голосованию, увидели напротив твоей фамилии безработный, сразу возникает вопрос, за счет чего ты живешь, понимаешь? За счет донатов. Я блогер. То есть, смотрите, когда мы регистрировались кандидатами, необходимо подавать обязательно декларации. То есть, это не то, что вот ты там взял и там скрыл доходы. То есть, это проверяется налоговой, а если ты оппозиционный кандидат, то с особой тщательностью. Я задекларировал свои доходы от донатов. Ко мне не возникло никаких претензий. То есть, меня зарегистрировали. То есть, получается, ты не тунеядец какой-то, который вообще ничего не делает. Ты человек, который имеешь свою гражданскую позицию. Ведешь видеоблог. Да. Я знаю, что ты на днях показывал и куропаты, деды, да, там все шествия, какие-то митинги, пикеты, значит, кандидатов ты показываешь. Люди, которые видят, как ты любишь свою страну, как ты предан тому, что ты делаешь, они, понимая, что это все усилия, что по городам, по всяким нужно ездить, все, донатят тебе. Да. Ты это декларируешь, то есть, по сути, ты работаешь, получается. Ты работаешь. Смотри, мы все платим налоги, мы покупаем товары, там уже заложено как бы НДС, там налоги и прочее. Поэтому то, что вот говорят, ты там дармоед и все, Я насколько понимаю, если ты задекларировал это, да, за прошлый год, то ты, в принципе, должен был подать, заплатить подоходный налог, грубо говоря. Дело в том, что сумма не настолько большая. То есть мы знаем, что есть порог, там 6500, что-то такое. Вот, и если ты больше, до этого порога. Я до этого порога. Поэтому у меня... Ну да, это как пожертвование. Это пожертвование. Да. Но если ты, например, в этом году, в 2019, пожертвования будут больше, то с остальной суммы ты платишь. У меня все прозрачно, потому что, когда ты занимаешься такой деятельностью, к тебе особо пристальное внимание. Поэтому, когда люди некоторые говорят, вот столкнулся недавно на пикете с бабкой провокаторшей, ей не понравилось, она говорит, за какие ты средства там живешь, все, я говорю, вот, за эти средства, все проверено. Она говорит, я не верю, это сильно мало. Я говорю, идите работайте в налоговую инспекцию, с вашими способностями надо. Если государство не нашло ничего, а вы нашли все равно, В подтверждение твоих слов могу сказать, что канал у тебя где-то 3500 человек, да, подписчиков. Да. То есть он небольшой, и это естественный рост, такой спокойный, как бы... И я так понимаю, что он сильно вырос как раз вот в эту парламентскую кампанию, в том числе. Компанию. Поэтому это естественный рост. И если бы, наверное, были какие-то западные ковришки там, или как безусловно. Бы там многие умники говорят, то он бы накачал бы в рекламу, да, там еще как-то. Вот. Но я тебе хочу сказать, что почему все-таки он не так быстро развивается? Вот канал «Страна для жизни» на самом деле развивается быстрее. Хотя там несколько блогеров мне делали тоже рекламу вначале, но тем не менее именно сам он, да, вот подписчики растут, там вот недавно было и 600 человек в день, да, то есть такие темпы. Почему «Страна для жизни» растет быстрее, а твой канал уже несколько лет медленнее? На самом деле, мне многие задают вопрос, я сам, честно говоря, не понимаю. Я не разбираюсь хорошо вот в SMM, в этих технологиях рекламных. Я просто как вот делаю, что делаю, да, определенный контент. Некоторые считают, что он не сильно может быть рейтинговый, не сильно хайповый из-за этого. Но я вот делаю то, что мне нравится, да, и то, что как бы люди как смотрят, так оно и есть. Давай мы тебе поможем, ребята, кто смотрит это видео сейчас, вот честный человек, я ему доверяю, и то, что он снимает, иногда эти вещи действительно уникальные, эксклюзивные. Подписывайтесь на канал «Серый кот» и будьте в курсе всех социальных, политических событий, которые происходят в нашей стране. Чтобы построить страну для жизни. Вот тезисно, как ты считаешь, что нам нужно поменять? В первую очередь нужно избавиться от диктатуры, поменять власть. Диктатуру. Потому что, смотри, многие кандидаты идут на выборы, они говорят, я там сделаю то-то, то-то, улучшу все, но как ты это сделаешь?
То есть ты будешь в парламенте в меньшинстве в один, там 109 депутатов против тебя будет провластных. То есть что-то не делай, твои законопроекты заблокируют, если ты не уберешь диктатора. Еще есть вторая палата, которая назначается, понимаешь? Сенат, да. Да, и ты уже точно... В первую очередь это, конечно, вернуть честные выборы, чтобы назначались не только там депутаты, президент и на местном уровне. Диктатура, честные выборы. Вернуть самоуправление. Вернуть самоуправление. Самоуправление. Да, безусловно. Суды. Суды, безусловно. Суды независимые. Ну, слушай, я был на твоем этом так называемом суде. А, это не суд, да, это такое разбирательство. Да, да, да. Кстати, спасибо тебе за то, что приехал, поддержал и показал, потому что там в какой-то момент только твой стрим мы смотрели, потому что одна камера на улице у нас была, вторая у мозга на батарейке села. Я об этом слышал таком, но вживую не видел. Вот был случай с пауком, когда уже прокурор пришел, и там уже напечатан приговор был. Просто он его держал, сидел, как бы, да, делаем вид, что мы, что у нас спектакль, да, разыгрываем цирк, мы сидим, разбираемся, судья в мантии, да. Ну, то есть любой вот чувак может просто мантию накинуть, сесть, типа, я судья, там, посадил немножко, стукнул молотком потом. Дима, независимые суды, что еще можно? Независимые может суды, естественно, раскрепостить предпринимательскую активность людей. Сейчас у нас все зажато, у нас, во-первых, просто, ну, правит какая-то банда. То есть ты знаешь про авиаремонтный завод этот, который отжали, про коммунарку, про Спартак. То есть, понимаешь, бизнес сюда не приходит, вот ты вложишь свои деньги, и ты их, может, потом не вернешь. Тебе просто какой-то чиновник, ему понравится твой бизнес, он посмотрит, что он прибыль. Почему-то мы и инвесторов душим, и своим еще предпринимателям не даем работать. Я вообще не понимаю, тут какой-то... Тебе не сладится, кстати, впечатление, что это геноцид какой-то белорусского народа, и по какой-то непонятной схеме его делают? Потому что все, что делается, все вредит нашему государству, как я вижу. Ну, не знаю. Это, понимаешь, тут сидит диктатура, закрытая вот эта группа в Дроздах. Они просто живут для себя, то есть они живут тут одним днем, лишь бы продлить немножко свою диктатуру и все. И вот удержание власти они заявили. Да, это только какая-то африканизация просто Беларуси. Хорошо, а вот поменяются они, где деньги возьмем, как экономику поднимем? Где деньги возьмем? Во-первых, за счет того, что... Часть того, что сейчас находится в государственной собственности, ну, государство, прямо скажем, плохой хозяин. То есть ему можно доверить охрану порядка, там, охрану границ и прочее, там, оставить роль арбитра, да, чтобы оно наблюдало, потому что какие-то должны быть стандарты, да, чтобы все соблюдали правила. Но лучше всего, когда человек сам, он делает для себя, да, то есть частная собственность, частное дело какое-то, когда человек видит свои результаты. А так понимаешь, у нас вот этот совок остался, все общее, это, как бы, я понимаю, все ничего. Это значит ничего, кто да. Кто за что отвечает? Всегда должен быть ответственный человек за все. И человек должен знать, что он получит результат. Для чего он влаживает деньги и для чего он влаживает свой труд. А так ты работаешь, а потом кто-то другой это все забирает. Да? Или там что-то, все это уходит неизвестно куда. Вот сейчас наши налоги вкладывают хрен знает во что. Какие-то туалеты, суды строят. У нас нет суда, зачем строить суд за 80 там, что, миллионов долларов? Или а евро играете? Да, евро играете вообще. Дороги вы сделали. Сколько там, 4 тысячи или 5 приехало иностранцев? Ну, 7-8, да. Но это ерунда, вообще не окупается никак. Дмитрий, спасибо. Спасибо вам. Давай... Будем показывать, что на самом деле в нашей стране происходит. Я смотрю, что ты делаешь именно то же самое, что и мы. Вот показывать, что происходит, какие есть проблемы, чтобы люди видели и понимали это, и пытались построить это, изменить и построить страну для жизни. Кстати, о проблемах. Под конец вот такую маленькую плюшечку. Вот, например, именно парламентская кампания, участие в ней помогло восстановить, то есть вот реальные результаты. Некоторые говорят, что мы там что-то делаем. Да, ворши, абстрактные. Вот, пожалуйста, на днях буквально взял конверт. Есть там мост такой, где Крапивинское поле. Этим мы занимались, этим долго очень добивались этого всего. Но только под выборы власть все это сделала. Что вот сделали-то? Что сделали? Восстановили мост. То есть абсолютно разрушенный мост в труху. У меня на канале есть видео, он просто вообще никакой. Пешеходная часть разбита, и никто ничего не хочет делать. А как только... И они сказали потом, об этом даже Советская Белоруссия написала, когда мы стали раздувать этот шум. Они сказали, что ну там все ерунда, и мы починим там... Прям на личный твой запрос-ответ пришел, да? Да, это нам... Дима, ну здорово, что ты что-то делаешь для своего региона, это круто. Я считаю, что в каждом городе должен быть такой человек, потому что некоторые говорят, знаешь, вот там в Бресте там есть там Петрухин, Кабанов, там Паук в Октябрьском. Вот в каждом городе должен быть такой человек, да. То есть каждый должен задать себе вопрос, что не надо ждать кого-то, что кто-то за тебя сделает. Ты должен сам брать и все. Если ты видишь, что есть проблема, значит, это твоя проблема, ты должен ее делать, а не так, что прошел мимо, ну кто-то другой. И мы вот так всю жизнь проходим мимо, а потом виним кого-то. Вот почему там все разбито, почему вот тут у нас беспредел какой-то. А вот когда ты видел этот беспредел, ты как-то что попытался сделал, его исправить. Да, да. Другое дело, что не по силам бывает. Дима, спасибо. И давай вместе будем строить страну для жизни. Да, давай. Кстати,
Если вы хотите приобрести футболки, бейсболки, наклейки с логотипом канала, либо же предложить свою тему для какого-то ролика, или же просто помочь каналу, вы можете сейчас все это сделать, пройдя по ссылочке под этим видео. Давайте вместе будем строить страну для жизни.